Более 220 человек собрались накануне на площади у администрации Пятигорска. Акция была санкционированной. Люди пришли, чтобы заняться спортом. Жители и гости курортного города приняли участие в семейном фитнес-марафоне. Екатерина Кудревец с подробностями необычной акции. «Танцуйте, как мы, танцуйте лучше нас», – подбадривали участников семейного марафона профессиональные фитнес-тренеры. Их призыву последовали все, кто принял участие в уже ставшем традиционном празднике спорта и грации. В четвертый раз на площади у администрации Пятигорска собрались более 220 участников – взрослых и детей. И они точно знают – за фитнес-аэробикой будущее. «Сразу прививаем любовь к спорту, рассказываем, что вот в нашем городе развивается такой вид спорта, как фитнес-аэробика. И показываем, насколько может быть здоровым вид спорта. И дети могут легко им заниматься». Повторять движение за тренерами вроде как на первый взгляд несложно. Однако здесь важна настоящая работа в команде. Самые маленькие участники старались изо всех сил, чтобы не подвести своих родителей. Мария Мальцева уже 5 лет занимается фитнес-аэробикой сама и всю семью заразила этим увлечением. Мужа, сына и дочь в соревнованиях принимает участие во второй раз. «Мы всей семьей занимаемся, это очень полезно. Придает сил. Очень нравится. Очень все хорошо организовано». Самым младшим участникам едва исполнилось 5 лет, самым старшим 9. И это один из немногих моментов, когда детсадовец может сказать школьнику: «А я победил». Первое место в категории до 6 лет занял Матвей Плутахин, пришедший на спортивный праздник вместе с отцом. «Я просто рад, что дети есть как бы рядом, поэтому я в любой момент готов поддержать их». «Мне просто некогда заниматься спортом, говорим мы, оправдывая свою далеко не идеальную физическую форму, занятостью, работой и домашними делами. Все пришедшие на праздник смогли убедиться: фитнес-аэробика доступна всем, и взрослым, и детям. Придет тот момент, когда малыш скажет родителям: давай танцевать вместе, надеются организаторы. И, возможно, на следующий год участников марафона будет больше».